Готовьтесь потрудиться, нужно сделать многое. Сегодня вы сможете решить сложные вопросы, разобраться с тем, что долго не получалось. Какие бы преграды ни возникали на пути, старайтесь не бросать начатое. Позже вы не раз похвалите себя за то, что проявили настойчивость. Не стоит ждать слишком многого от окружающих. Будьте снисходительны к чужим слабостям, это пойдет на пользу отношениям, позволит избежать напряженных моментов в общении и взаимных обид. Во второй половине дня желательно найти время для отдыха. Можно провести косметические процедуры, они дадут заметный эффект. Овен, позаботьтесь о себе, сегодня без этого вряд ли удастся добиться успеха. Да, нужно многое сделать, но ради этого совсем не обязательно выбиваться из сил, жертвовать тем, что для вас важно. Старайтесь избегать мрачных мыслей и неприятных воспоминаний, ищите поводы для радости. В ваших силах сделать свою жизнь проще, именно на этом стоит сосредоточиться. Может повести в коммерческой деятельности. Даже если сегодня вы заключите свою первую в жизни сделку, она, скорее всего, окажется выгодной. Возможно, денежные поступления из неожиданных источников. Телец, обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. В последнее время с кем-то не удавалось поладить. Возможно, сегодня удастся обо всем договориться. Вы сможете легко догадаться, что на душе у других. Даже люди, с которыми вы едва знакомы, не смогут скрыть от вас свои истинные мысли и чувства. День принесет хорошие новости, важные известия. Скорее всего, они повлияют на ваши планы, заставят отложить одни дела, чтобы сосредоточиться на других. Но едва ли у вас будут поводы для сожалений, ведь все сложится наилучшим образом. Вы наверняка добьетесь даже большего, чем ожидали. Близнецы, вам пригодится умение найти подход к людям. Вы превратите недавних недоброжелателей в союзников, помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Хорошо проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях, любые ваши идеи получат поддержку. День подходит для обращения в официальные инстанции, оформления документов. Трудности могут возникнуть в делах, требующих аккуратности и внимания к мелким деталям. Отвлекаться вы будете чаще, чем обычно, это может привести к досадным ошибкам. К счастью, вы вовремя их заметите. Рак, удастся решить преодолеть преграды и справиться с проблемами, которые беспокоили и вас, и ваших близких. Неважно, решите ли вы сосредоточиться на совершенно новых делах или вернуться к старым планам. Звезды в любом случае будут на вашей стороне и помогут в осуществлении задуманного. Порадуют встречи с давними знакомыми. Даже если вы долго не виделись и не разговаривали, сейчас найдется, что обсудить, да и какие-то общие планы могут появиться. Человек, с которым вы были в ссоре, захочет помириться. Лев, стоит проявить настойчивость, у вас будет шанс добиться того, что прежде казалось почти невозможным. День подойдет для того, чтобы делиться идеями и рассказывать о планах. Вы многих заинтересуете, легко найдете союзников и помощников, если они потребуются. Вы справитесь со сложными рабочими задачами. Способность замечать мелкие детали поможет вам раньше других догадаться о том, как будут развиваться события. Решение, принятое сегодня, позволит вам избежать многих трудностей и достичь важных целей. Дева, день потребует решительных действий. Не исключено, что придется взяться за решение каких-то сложных задач, и ради этого нужно будет отложить все остальное. Вы справитесь с испытаниями. Помочь в этом могут и старые знакомые, и новые союзники. Они прислушаются к вашему мнению, сделают все, о чем вы попросите. Можно покупать все, что пригодится для работы и учебы, от инструментов и книг до одежды. В остальном же финансовые дела потребуют осторожности, тут лучше не спешить. А вот в любви наверняка повезет, это касается даже дев, которые вовсе в нее не верят. Весы, старайтесь не обижаться на необдуманные замечания окружающих и не поддаваться на провокации. Стоит проявить снисходительность к чужим слабостям, философски отнестись к тому, что не все люди совершенны. Это позволит избежать многих напряженных моментов в общении, сохранить хорошие отношения с теми, кто вам дорог. День подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Они не будут казаться вам скучными и утомительными. Вы отлично со всем справились. Вероятно, небольшие денежные поступления, подарки. Скорпион, пришло время взяться за сложные задачи. Вы возьметесь за них с энтузиазмом. Интуиция подскажет, что у вас все получится, и не ошибется. Правда, окружающие едва ли сразу вас поддержат. Огорчаться вы не станете, просто начнете действовать самостоятельно. Как только вы добьетесь первых успехов, союзники появятся. Стоит быть осторожнее с деньгами. Не стоит заключать сделки, если решение о них не было принято раньше, или делать незапланированные покупки. Вы склонны к легкомыслию и расточительности, о которых позже можете пожалеть. Стрелец,
Удачный день с точки зрения финансов, возможные денежные поступления и выгодные сделки. Не исключены предложения, которые откроют перед вами новые профессиональные горизонты. Будет шанс подняться по карьерной лестнице. Умение ладить с людьми вам очень пригодится, благодаря ему вы быстро найдете новых союзников. Личные отношения будут складываться гармонично, причины для разногласий с близкими сегодня едва ли появятся. Могут напомнить о себе давние знакомые, будет шанс восстановить старые связи. Козерог, вам легко будет догадаться, что на уме у других людей, даже если они попытаются это скрыть. Удастся поладить с теми, с кем вы прежде не находили общего языка, а недавние соперники могут стать союзниками. День подойдет для деловых переговоров, а также для обсуждения важных вопросов личного характера. Можно заниматься домашними делами, вы справитесь с ними быстро, это не потребует усилий. Вероятны удачные покупки. Некоторые козероги приобретут вещи, которые давно хотели иметь. Не исключены и подарки, которым вы будете очень рады. Водолей, будьте внимательны и не спешите с выводами. Сегодня вам может быть сложно разобраться в неоднозначных ситуациях. Полезно будет обратиться за советами к людям, опыту которых вы доверяете. Вероятны задержки в деловых переговорах. Решение каких-то важных для вас вопросов может быть отложено на неопределенный срок. День хорошо подойдет для общения с близкими, встреч со старыми друзьями. Не исключены и новые знакомства. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, понравится даже тем, кто обычно настроен критически. Рыбы, сегодня вам легко будет придумать что-то новое. Идеи окажутся удачными, и люди, желающие помочь в осуществлении задуманного, наверняка найдутся. Вы со многими быстро найдете общий язык, подружитесь с теми, с кем прежде не особенно ладили. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Настойчивость, которую вы проявите сегодня, поможет добиться успеха во многих делах, даже сложных. Удачно решатся рабочие вопросы, прежде ставившие всех в тупик. Успехи, достигнутые сегодня, откроют перед вами захватывающие профессиональные перспективы.